Приветствую, господа. И вот у нас стал доступен вот такой прекрасный мод Мазай 6312. Давайте его приобретем, посмотрим, что это у нас за такой автомобиль. Давайте. Мощный двигатель. Коробочка. Точная регулировка у нас будет. Подвеска высокая. Шины. Идет лебедка. Ну, автономная, конечно, это слишком круто, но возьмем мощную. Так, у нас шноркель ниже, выше. Модули. Так, платформа Кунг. О, для леса. Это круто. Давайте низкое поставим, экран погрузочный. Так, что у нас крыша? Ну, парочку фонариков пойдет. Бампер. Нормально. Ну и стандартно смотрится, в принципе. Довольно неплохо. Защита баков. Прям как на Скании. Прикольно. Типа выхлоп. Такой большой, закругленный. Как будто печка буржуйка. Ну ладно, оставим стандартный, пойдет. Колесики, покраска. Такой беленький, неплохо смотрится. Ну такой стандартный для раскада, раскраски. Ну, пойдет. Оставим, думаю, беленький вот такой прикольный. Так у нас выглядит наш грузовичок Мазай. Давайте салончик. Сидушечки, ткани выглядят нормально. Мне нравится. Потолочек тоже такой прикольный. Пойдет, пойдет достойно, достойно. Мне нравится. Давайте заведем его. Полный привод постоянный, дифференциал постоянный. Ну это прям... пятьдесят литров, но это прям довольно-таки много. Давайте возьмем полуприцеп на 6 мест. Он где-то в самом низу должен быть. Какой вам нравится больше, синенький или зелененький? Давайте синенький возьмем. Немножко на нем прокатимся, может быть даже загрузимся. Ну, гудок вот стандартный, ничего нового. По ощущениям как-то он, не знаю, по-моему, он не настроен особо, как-то он слишком резвый. Ну что, в болото поедем? На тест, так сказать. На ферму. На поле. Не, ну выглядит, конечно, красиво, мне нравится.
сама модель, но он, как по мне, не знаю, может быть, не настроен просто, слишком уж он дергает, либо движок надо послабже ставить, чтобы так не ощущалось, что он прям супер эпэшный. Не, ну вот эта защита баков, конечно, это круто. Мне нравится, как в Евротрайке, да, у нас. Там тоже такой тюнинг можно устанавливать. Я жму на газ на триггере на геймпаде где-то процентов на 20. И он спокойно все это дело преодолевает, ну прям, не знаю, как по маслу. Да, давайте обратно выйдем. Прокатимся немножко в горку. Может, сейчас на повышенной полетим. Посмотрим, как это будет. Не, ну у него проходимость как у танка просто. Ну это... А вот, я думал, что когда мы застрянем на повышенной-то... В принципе, я бы на нем покатался, да. Хоть он, конечно, и ОПшный, но ладно. Красный каньон, как говорится, его ждет. Я думаю, я на нем прокачусь там немножко по-любому. Так, мы забрались. Между пенечков надо выползти. Давайте в горочку доползем. И спустимся к нашему гаражу. Звук у него камазовский, понятно. В принципе, неплохой такой сидельный грузовичок. Если с седлом его чисто использовать, мне, в принципе, заходит, пойдет. Да, он слишком прям проходимый, но ладно. Это я, конечно, не понял, мы почти не ехали и получили урон. Так, тут у нас супер непроходимая грязь, давайте как он. А, ему что грязь, что не грязь, ему просто... Просто пофигу. Я даже не представляю, если на него... скоростную коробку поставить, как он будет летать по всей этой грязи. Ладно, вот такой вот мини у нас осмотр этого Мазая. Не знаю, мне нравится. Хоть он и ОПшный, конечно, выглядит классно. И кабина классная. Звук, конечно, подвел. Ну и ладно, не страшно. Мне нравится. Ну а вам спасибо за просмотр, господа. Подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в новых видео по SnowRunner. Давайте, пока-пока.